Вот это да, так редко сейчас такая находка может попасться. Автомобильный аккумулятор. Действительно, на помойке. Вот тайник Чурбанов, вон там Дайсон похоже, а может быть и не Дайсон. Вот столько всего у них. Охуеть. Там и коляска вон. Но его не достать никак. Здесь все закрыто. Ну, какой корпус от системника. Надо брать. Да-да, это помойка. Помойка. Оп, пылесос. Еще один. И тоже Samsung. А тут МФУшник вот такой. Вот у дворника в тайнике робот-пылесос. Достать можно было бы, но рука не влезает вот сюда. Кинескопный телек. Не знаю даже смысла, но брать его уже нету. Уже появился алюминий и гладильная доска. Охуеть. Новые коробки вот столько. Был когда-то комп, осталась крышка. Хотя, может, из-за жары выкинули только крышку. И вот кусок железа. Было бы что-то по цене. Вот. Пылесос. Штука, очиститель воздуха, он без корпуса почему-то, то есть все вроде бы есть, но корпуса нет. Может, был встроен куда-то? Нет, здесь от него частей нету. А тут кто-то комп собрался, и видимо, ну, дворники сейчас ушли с коробкой от него, может быть, что-то утащили. Тут, короче, остался только пенопласт и всякая упаковочная херня. Вот эти коробки тяжелые, я думал, что в них такое. Смотрю, одна уже продана кем-то, а там оказалось бутылки с мочой. Вот эти все коробки полные бутылок с мочой. Помойка. Системный блок. Наверное, старый, но смотрите, он целый. Наверное, целый. Еще коробка. Что-то роутер какой-то. А, тут еще коробка микрофона. Не знаю, какой. Ну да, наверное, 775. Но все-таки хоть какой-то комп. Я подумал, что за дичь. Открываешь. А похоже на что-то другое, блядь. Вчера дворники утащили, а ЕГ-варочную панель прямо передо мной, целую, а мне попалась опять битая, то есть чаще всего попадаются разбитые, ну, какая-то крутая вроде, все равно взять можно. Еще один системник, тоже древний, вроде целый даже, не знаю какой, уже раритетный, вот такой. Можно взять.
Вот такое никому не нужно. Будет стоять до выброса, до вывоза контейнеров. И эта кровать стоила, наверное, 100 тысяч рублей. И на Авито, наверное, за дохрена продается. Тут разный хлам, короче, вроде бы все дерьмо одно. Вот это да. Очень большой выброс, но уже кто-то ковырялся здесь. Как бы хлам остался, но один хлам. Очень большой выброс. Что угодно может быть внизу там. Но все мокрое в какой-то гадости. Да, с коробка. Матрас гадкий. Вообще не знаю. Такой скейтборд мелкий. Всяких-всяких вам. Вон там тоже башмаки. Полный контейнер. Ну доставать это пиздец оттуда все. Наверное, пакеты что-то есть. Шмотки какие-то. А вот и находка. Телефон Samsung. Ух, какой. А вот от него труба, не знал, шланг в комплекте. Нет, шланга что-то не видно. Даже шланг, вот он. Это шланг. Тут еще куча железной какой-то хрени. Еще мешок. А что в нем? Может, что-то тоже есть. Короче, вот пылесос, нормальная находка. Короче, из этого выброса огромного гардеробного, где было куча одежды, я выбрал вот такие вот интересные кеды. Может быть, они уже ретро. В принципе, они целые. Вижу такие первый раз и ни у кого не видел на ногах такие вообще. Здесь вот 9.3, ведь возможно это год. 42 размер. Там было очень много обуви всякой разной, но это все ворочать и вытаскивать, перекладывать. Очень было тяжело, надеюсь, ничего похожего не осталось. Такие вот интересные кеды. То есть, вот я их решил взять. Еще взял джинсы Prada, хрен знает, надо смотреть. Вот так очень часто выкидывают технику. Вот телефон был, чтобы никто не взял, его раскрошили вообще полностью. Ничего от него не осталось. Ну, какой-то китайский. Могла бы хотя бы карта памяти тут уцелеть. Но ее здесь, похоже, нету, да, слот пустой. Это вообще странная находка. Здесь, где были кеды, вот коробка от утюга. А там кто-то выбросил отдельно трансформатор от микроволновки. Ну что за дичь? Зачем-то так запаковали. Пылесос. Делонжи, по-моему. Вот такой тайник опять у них полный. Это микроволновка. Вот коробка от новой. А вон она валяется в контейнере. Ох, надо за ним. Есть. Посмотрим. Горение. Вроде как целое. Надо взять. Вот она. Там я ее в контейнер открывать не стал. Причина выброса. Хотите увидеть? Вот, в ней что-то сгорело. Она ужасно воняет гарью. Тарелку, конечно, оставили, но она, скорее всего, работает. Надо ее только отмыть. Будет хорошая микроволновка. Целая коробка жрачки. И вот вторая. Вот такое кто-то выкинул. Сноуборд, что ли, похоже. Вот
тут только выброс, а я даже сначала не заметил. Тут ноутбук у нас, но с ним что-то... Что-то не то. Мелкий ноутбук. Какие-то провода оторваны. Samsung. В пакете с игрушками. Вот такой пакет достал из контейнера здесь. Телефон. Ну, разбитый, конечно же. Смотрим, что еще. Всякий хлам, зарядка. Еще зарядка. Аккумуляторы от Samsung. А где же сам Samsung? Samsung я не вижу. Сумки нету. Ну, здесь что-то уже кто-то ремонтировал. Видно. Ну, хотя бы это в своей коробке даже. Я слепой. Вот вторая коробка. Здесь. Вот. Ну, что-то с ним не то, разобранный. Кто-то уже ковырялся, наверное, с ним. А вроде целый, не разбитый. Коробка, не знаю, от него или нет. Вот. Так, а вот здесь какой-то электронный хлам. Хотя хрен знает. Такое. Второстепенное. И вот здесь какая-то хрень. Видно, тоже кто-то уже ковырялся, что-то разбирал. Может, что-то отсюда выбрать и можно будет. Вот такие вот коробки, но они пустые. Вот такое вот когда-то мне попадалось. А сейчас от него коробка. Ну и микроволновка. Ее здесь тоже нету. Стул железный уже второй за сегодня. Так, еще одна. Но она тоже пустая. Мультиварка обычная. Но с ней косяки. У нее отсутствует пробка, а также сломаны петли. Вот здесь. Поэтому смысл ее брать, наверное, нету. И здесь уже тоже все затертые. Старая, короче. Надо подумать. Может взять, может нет. Вот пакет с каким-то хламом. И здесь ужасный телефон, расшибленный Philips. Может, что-то еще есть, можно посмотреть. И желтый изюм из коробки от грецких орехов. Так, вот какие-то мешки с каким-то хламом. Разное. Может быть, здесь что-то есть. Хотя... Я не уверен. Посмотрим. Так. Xiaomi что-то. Чехол. А что-то. Плата от блока питания, от компьютерного. А, сюда? А, нет. Машина едет вывозить. Ну, здесь, кажется. Ерунда. Мешок с мусором в основном. Много коробок. Я вот так могу выкинуть коробку, а потом хуяк и телефон. Плата от чего-то опять. Вон какая-то. Ну, опять видно, кто-то занимался какой-то электроникой и отфильтровал свой хлам. Тут уже мусор, брат.
Ну, вот такая ерунда тут была. Вот такой выброс. Такое вот иногда выкидывают. Матрас пока целый, они у нас всегда разорваны в основном. Никто пока его не разорвал. Железо. В принципе. Что за изделие? Вот там целая куча. Непонятных стеклянных штук. Целый контейнер вот таких фиговин. Стеклянные, матовые. Такой вот размер. И зеленые побольше еще. Да, и какие-то картонные трубки. А тут не заметили, тут видеомагнитофон. Японский Sony, блядь. Смотрите, валяется вот так в пакете. Тяжелый. Он может даже с пультом там, хрен его знает. Я достал бешеный денег. Нихуя себе. Так. Нет, здесь пусто. Здесь пусто. На, коробка. Здесь пусто. Здесь пусто. Здесь пусто. Тут. Да, они все оказались. Тут. Оказались пустыми. Тут. Это все. Они купили очень много. Эпплских девайсов. Вот здесь чурбаны, дворники ленивые. Вот этот диван уже валяется дня 4. И железку так и не оторвали. Однако в других местах в основном сразу берут матрас этот и распарывают. Две сумки. Что там? Банки! Чистые! Две сумки чистых банок! А, как часто их выкидываю, боже мой! Ну что-то сегодняшняя находка только вот такие китайские смарт-часы. Зарядки с ними не было, и они разбитые. Пока что все, что попало за день. Так, коробка от компа пустая, но есть вот такое. Так, аккумуляторный пылесос в своей коробке. Охренеть, надо взять. Вот здесь латуни немного, но очень далеко, и у меня с собой нет инструмента, поэтому придется оставить. Вот эта вот штука иногда бывает вся алюминиевая, тут она пластмассовая, а вот это алюминий. Уже темно, ни хрена не видно. На тот iPhone. Вот он, iPhone 4. Без крышки. Но вроде даже не разбитый. В пакете с игрушками. Вот такие весы. Посмотрите, они даже включаются. Так, что, погасли-то? Нет. 58,5 показывают. Даже как-то работают. Так, следующая сегодняшняя находка — это парогенератор. Не знаю, целый он или нет, с утюгом. Вроде такой неплохой. Надо взять. Пылесос пустой, без мотора. Его вот так собрали, а мотор, видимо, куда-то к другому использовали. Понятно, то есть все есть, кроме мотора. Ну и провода нет. Вот тут был крупный выброс. Но чурбаны все растаскали, хотя вон там утюг без провода. Вот опять игрушки. Ну, к школе готовится. Здесь пауэрбанк. И наушники беспроводные.
сегодняшняя единственная находка. Вроде как корпус от компа. Вроде бы как мог быть неплохим, но здесь кнопка отсутствует. И, наверное, тут ее тоже нету. Ну, он такой не очень толстый. Да, зачем-то его так опустошили. Ни хрена нету. Остались тут ножки. А, вот она кнопка. Вот кнопка. Но никаких проводов в нем нету. Поэтому, наверное, брать его не стоит. Даже отсюда открутили. Так мог бы быть нормально. Ну, купили вот какой-то себе крутой. Тут очень дофига было всего телефонов всяких, наверное. Но дворники уже все разрыли. Вот тут выброс. Здесь не знаю, насколько ценные вещи. Ресивер. И DVD-шник. Было в самом низу, может что-то еще есть, можно будет посмотреть. Вот монитор старый, DVD-шник и ресивер. Ну такие вещи, конечно, сейчас уже мало куда можно применить. Монитор такой тонкий, может системник там еще валяется где-то. Достал еще один такой ресивер DVB. Компа пока нету. Вот что еще бывает. А тут зарядка, всякая херня, вейпы, ну и кальян тут же валяется, все как бы в одном месте. Уголь для кальяна, комплект проводов от компа, компа нету. Ну вот зарядку что-то можно взять. И это вот коробка, кстати, от него. Та же помойка. Здесь новая щетка от пылесоса, раз. Новая щетка от пылесоса, два. Здесь что? Всякая женская херня. Косметика. Вот. Щетки можно взять. Какого-нибудь пылесоса. Здесь что? Карандаши, ну, короче, все к школе готовятся. Сейчас уже 20 числа августа. О, гуашь, всякая такая хрень. Так, вот здесь видно, что кто-то все раскопал, но вот это здесь валяется. Это SSD-шник, 2021 год, на 120 гигабайт. Вот это ни хрена себе. Все вот так вот и валяется. Или он мертвый, вот... Смотрите, нет, это вот Western Digital кто-то купил на 240. А старый вот так вот выпотрошен. Но остался. Странно. Не знаю, ничего ли больше нет. Вот какие-то инструкции каких-то тоже приборов. Вот какая-то коробка тут был от ноутбука, аккумулятор. Может, сумку кто взял, непонятно. Ну, вроде бы уже херня одна. Вечерняя первая находка, блендер Bosch. Вот так вот валялся просто отдельно, ничего. Так, вот воскресная первая находка, мультиварка в своей коробке, но... Ужасно жирная и оплавленная там сбоку, поэтому брать ее не буду. Вот такая интересная находка. Смеситель, вроде бы смеситель, но такой интересный вижу первый раз. Смеситель IKEA. Очень тяжелый, наверное, больше 3 килограмм весит. У него регулировки.
Но эта коробка не от него, просто коробка. И видно, что он ни хрена даже почти не пользованный. То есть нету ни окислов. Так что на металл, наверное, его даже сдавать-то жалко. Надо будет его проверить, может он работает. Такая вот интересная находка. Вообще чистый. Старый телек. Может даже работает, хрен его знает. Жаль не ЖК. Рубин, а, у меня такой был лет 15 назад. Да-да-да, помню. Очень старый утюг. Там коробка от Тефали, от нового. Кстати, парогенератор был здесь же несколько дней назад. Итак, прошла неделя с последней находки. Лето кончается, видно, люди же ни хрена не выносят вообще. Вот смотрите, как выглядят помойки наши. Вещевой хлам весь закончился. Поэтому летний поиск находок у нас заканчивается. То, что я еще не снял, была еще варочная панель, но она была разбитая, но в своей коробке. То есть рабочая, но стекло было разбитое. А вот уже с момента ее нахождения прошла неделя. Люди уже, видимо, расхламились и подготовились к школе. Вот иногда попадается не то. Вторая гладильная доска за сегодня. А, она... У нее уже, короче... По-моему, здесь сварка, короче, оторвалась, да. Могло быть что-то поинтересней. Уже стемнело, вот такое попалось. Какой-то интересный телефон. Zeta, первый раз такой вижу. Он, конечно, покоцанный, поврежденный. Но внутри я уже аккумулятор снял. Смотрите, джинс. Значит, телефон этот 2004 или 2003 года. Даже на пломбе. Такой вижу первый раз. Вот. Вот такая вот находка сегодня. Перед школой выкидывают всякое. И вот тут вот такие. Ну ни хрена же не ношенные вообще. Состояние новых. Остальные, ну такие уже поюзанные. Была когда-то стиральная машина. Была коробка от компа, может был комп. Так. А вот это была детская коляска. И осталось от всего только вот такая хуйня. Вот опять стемнело, и есть какой-то хлам. Вейп, древний телефон. И тут еще что-то в пакете осталось. Оп. Samsung. Вроде как неплохой. Опять, ну кто-то ремонтом где-то занимался. Дисплей, короче, что-то можно из этого взять. Вот тут еще новый сенсор на iPad, похоже, или на что, не знаю. Вот он новый вообще. Я когда-то покупал такой, по-моему, 900 рублей стоил. Вот отсюда может выпал. Там больше ничего нету. И это велосипед. Но очень для мелких детей. Он даже без педалей. Опять темно уже. Ночь, колонки вот тут какие-то. Опа! Советская гитара, целая, даже со струнами. О, нет. Ужасно расстроена. И все в побелке. Ну, целая. Следующая помойка. Вот это была вообще в идеале. Еще одна гитара, но уже сломанная. Хотя склеить может быть и можно. Даже чехол есть. Даже чехол есть. Наручные часы. Даже ходят. Телефон в своей коробке. Зарядка.
еще какие-то часы. Ну, часы и это можно взять. Вот такая вещь, кофемашина DeLonghi. Я когда ехал час назад, видел, как ее выставили из автомобиля, и не думал, что ее будут выкидывать. Она провалялась целый час в контейнере. Но я через час подъезжаю, и гастарбайтеры ее уже захапали, короче, вытащили. Но зато я нашел алюминий, это гардину от штор, и две сковородки. И мне получилось обменять этот металл на эту кофемашину. Так что удачный обмен. Вести было все равно сложно с металлом ее. Она очень большая. Надеюсь, что она не очень дохлая. Вот такая вот как бы находка. Был Samsung, но перед выбросом его весь напополам поломали вообще. И купили себе iPad и MacBook. Это последний день лета. Кошмар. Холодно стало, ветрено. И дождь начинается. Все, завтра осень.